Подождите, а куда потом? Да фигня. Нужно куда-то залезть. Смотрите. Нифига себе. Что? О, Ульяна, а что ты тут стоишь? Я пытаюсь пройти уровень. А теперь вот сюда. Ага. Блин. Ну, привет. И мы с ребятами пришли решать пазлы, а именно, как сделать уф в Роблоксе 2. Ага. Роблокс 2 это какое-то обновление Роблокса, я не понял, 2. Как оно прошло мимо меня. А что здесь делать? Нам нужно его толкнуть, вроде как. Куда? Кого толкнуть, куда? Не знаю, там написано было push. А, не сюда, не сюда. На зелененькую. Нет, туда. Куда? Я думала, он нажмет, а потом мы нажмем. А сейчас куда? И, наверное, вот это станет... Ай! Нет, в смысле? Вот! Теперь сюда, скорей. Вот сюда. Прикольно. Подождите, а как? Ладно, это легко. Прикольно. Ну да, я думала, будет сложнее. Ух ты. Я немножко запуталась. Так. А что? Ульян, у меня вопрос к тебе. Это конец? Это не конец же, правда? Вы серьезно, это конец? Не может быть. Тут новые уровни появились, в смысле? Ой, он делает больно. Ой! Опасность. Я тогда умру. Ой, дерешься. Ну, давайте. Не надо. Ой! Ну, в смысле? Ну, а почему бы и нет? А если это... Да, Ульян, тебе повезло. Все понятно. Пока выдыхай, я уже пока разнервничалась, нормально. Вы представляете? Кошмар. Подождите, выдыхай. Так может быть мы могли там что-то купить? Ну, могли, ладно. Конечно. Оно тебе надо? Вот оно тебе надо, скажи. А может... А что? Да. А если да? Я же не знаю, я даже не посмотрела. Тогда вернись, там можно вернуться. Ну, все, я уже прохожу. Я забыла. Ну все, уже поздно. Вон, можно даже так допрыгнуть, мне кажется, до того уровня, Ульян, смотри. О, кстати, да. Погоди, я только забираюсь. Что? А, ничего себе. Ты реально упала? Ну, я недалеко, недалеко. Упала, нормально. Смотри. Да, Ульян. О! Уи! Ты реально допрыгнула. Только тут крышка. Ладно. Бывает. Нам крышка. Ты тоже упала? Да, все, я понял. Как бы следующий уровень. Я поняла, это как раз-таки нас решили подловить здесь. Ты должен пройти, чтобы уфнуться. А что, куда? Блин! Красненькая. Зеленая, синяя тут, да? Ах ты. Ой, блин, я уже и забыл. Красненькая вроде. И тут красненькая. И тут красненькая. Ой, блин, вам не понравится следующий уровень. Ой, там опять какие-то вот эти... Сизиф? А почему у Ланы только камень? Ёжики, лови! Почти. Да у каждого свой. Не успел. Нет? Нет. А, нет? Тогда хорошо, что мы тут все вместе. Нормально. Спокойно. Да что нормально? Я сюда. О! Нормально. Прогулка в домике. Так. О, с ним можно поболтать. Ну, что скажешь? Подожди, что происходит? А прыгать надо, а не падать. А прыгать. Подожди, так я прыгал. Ой, shift-lock или zoom-in, повернуться. Вот так, Ёша, вот так. Стороной. Вот туда падать нельзя, надо вот так вот пропрыгиваться. В общем, так надо как-то там поворачиваться и пройти. Ну, вот так вот, чтобы ты не наступал вниз. Ой, мама. Видишь, где я? А, в смысле? Я не понимаю. О, Ульяна, просто прошла. Господи. Ты просто прошла? Привет, да, я просто прошла. Да. Вот Ульяна вот гений, все. Кстати. Блин, я прыгала там что. А там этот блок тоже говорил, что нужно там что-то как-то повернуться, потом повернуть. Короче, я ничего не поняла. И, в общем, как зовут белый блок? Друг. Хорошо, друг. Спокойно. Это викторина. Все, тут так и написано. Shift! Мне не друг. А что так. Теперь? Секрет в игре. Ну, что значит секрет в игре? Нам же влево, правильно? Слева, да. Отлично. Но там осторожно. Ага. Да блин, а почему оно не прыгается? Хранилище. Так, хранилище. Доставка. Возрождение, что это значит? Непонятно. А, переродиться? Нет. О, мы можем. А зачем? Хотим? Не хотим. Не хотим, конечно. Значит, не будем. Нет. Нам нужно, наверное, найти, в какой-то открытой коробочке, допустим, какой-нибудь... Или закрытой. Какую-нибудь кнопочку. Правильно? Красненькую. А почему нет никакого блока? Слушайте. Что, если я что-то понял. У нас нет выхода.
А что ты тогда говоришь? Сначала понял, потом как будто вы не понял. А где ты? А, ты наверху. Так а вот тут что-то открытое, а что да? если... А тут есть всякие открытые коробочки, не... ну, везде. Давайте смотреть, искать. У меня А-а-а! Вот же! Где? Что? Где? Я где, только где, хотела... Где, ой, где? Наверху! Сейчас я приду. А где? Ой, вот, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. А-а-а, да? Да, вот тут открытая коробочка. О. Я хотела выдвинуть только что теорию, что это конец, нам нужно возродиться, чтобы дойти новые уровни, которые вроде как вышли. Вот, а, видимо, нет. А, стойте, тут опять нужно не умереть. Да елки-палки. Спокойно, спокойно, спокойно. Да блин. Как это нужно не умереть, если нужно умереть? Ну вот нужно не умереть, чтобы умереть. Все логично. А-а-а! Вообще не вижу никакой логики. Вот сейчас ты поймешь. Ну типа приз это смерть. Ну да, ну имеется в виду, приз что здесь приз за прохождение вот просто... это смерть. Да, ты должен пройти. Да блин. Там такая хитрая штука. О! В конце. Есть. Тролль 2. Что бы это значило? Что он говорит? Говорит, что не будет помогать. Серьезно? Будет только смеяться над нами. Да, наглец. О-о-о, все, пока. Так, ну давайте думать. Возможно, что-то телепортирует нас. Что? Что произошло? Я же тут постоял, и что-то исчез. Реально? А у меня не получается. Можно это. О! Прыгни, 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 прыгни! Подождите, а куда потом? Да фигня. Нужно куда-то еще залезть. Да? Смотрите. Нифига себе, ни фигня, ни фигня, Ульян, круто. Так, нужно теперь найти выход. О, что? О, все, прыгай. Нормально, Ульян, капец. Вообще. Сильна, сильна, конечно. Слепую. Я, кстати, ничего не понимала. Раковина. Ну, надо немножко полить. Ой, водички. А, да? А, в смысле? Не водички. А, да. Ой. А, понятно. Блин, какой информативный получается летсплей. Летсплей. Дважды сказала не так, как надо. Ну да ладно. Ну, в общем, да, у меня одни звуки только. Я не разговариваю, будто только удивляюсь. Ну, пока нормально. Вопрос. Отлично. Вопрос, Ульяна. Я знала, что там... Ну, зачем? Ну, я же видела, что там лазеры, нужно остерегаться их. Я слушаю вопрос. Если есть лейсплей, то есть ли читасплей? Да, и принглсплей тоже есть. Извините. Да блин, да как я там упала? Вернее, не упала, не достала этот красный блок. Да почему оно так бесит? О, отлично, завтрак. Какая прелесть. Что нас убьет здесь? Масло? Да. Масло? Холестерин. О, да, между масло прочим. Убивает. Ой! Ты как моя бабушка. Да-да-да-да-да-да. А про соль есть что сказать? Это белая смесь. Белая, конечно. Ура, спасибо. Спасибо большое. С бабушкой как раз давно не разговаривала. Тут как удобно, что Лана вот есть. Шапку надел? Нет. Ой, в смысле... А я сюда не допрыгну. А, я всё. В наушниках. Да. Наушники теплые, это нормально? Нет. Ты что? Которые как пушистые такие, да? Да. Почти. А я видела, вяжут как хурма. Хурма. Да, крючком там или спицами вяжут на AirPods какие-нибудь. AirPods. Что? На Apple. Господи, короче, это... на какие-то наушники, которые вот, ну, ты можешь... А, ну правильно, AirPods Max. Да, ну AirPods Max. Ну да, вот на них. Вот. Могу связать тебе. О, как только куплю, так сразу, Ульян. Я буду благодарен. Ну ладно. У меня нет. У меня... Да, точно. У меня их нет. А что вы тут делаете? Да не знаю, просто тут два кубика сидят. И чё? С ними можно поболтать, но что-то не получается. Ну вообще, наверное, не надо, потому что тут он другой. А, он говорит, что он не может разговаривать. Ну хорошо, ладно, зайдем попозже. Но они вообще заняты, я согласна. Думаешь, попозже захочет поговорить с нами? О, вот он умер. Что? Он умер? Я нашла красный блок. Он был там в лабиринте. А, о, все отлично. У меня немножко сегодня слова путаются. Это такой... О, вот тут. Да. Обалдеть ты. Школьный коридор. А что ты так быстро идешь, капец? Да я не знаю, я как-то чувствую эту игру, понимаете? Олдскульный обби. То есть примерно каждое обби
в Роблоксе, где начинается, знаете, вот это вот, типа, радужное обби, и там... Нет, обби там... на 1000 робоксов. Да-да-да, на 1000 робоксов, да-да-да-да. Нет. Нет. Ага. А, блин, что? Да, все равно нет. Я, если честно, ненавижу эти зеркальные обби. Я вот буду идти за Йоши. А я за кем буду идти? Не буду идти за Йоши. Ошибка, ошибка. А тут... Подожди, это получается справа же, да? А! Ага. Это получается сейчас слева. Ага, все, ладно. Ну ладно, не так сложно, хорошо. Да ну! Что такое, я спрашиваю? Пока, Йоши. Блин, опять лабиринтики. Да. Говорит, попробуй не заблудиться. Хорошо? Я не обещаю, потому что... О, я нашла! Да серьезно? Нет, я, конечно, рада. Там легко. О, здорово. Здорово. А, я вижу, вот тут где-то. Наверное, сюда. Да, я думаю, да. Во. Во. Хотела сказать, что у меня с лабиринтами разговор короткий. Я там... А, в смысле? Ну, пол это лава, ну чё вы. Ничего не получается у меня. Да, да, это понятно. Я не сразу просто поняла, но потом поняла. Угадай дверь. Вот эта дверь. Тук-тук-тук-тук-тук, нет. А мы прям стучим. Туки-туки. Здравствуйте. Нет, тук-тук-тук, значит, что это? Не работает. Ура. О. Последняя дверь, буквально последняя. Представляете, это просто... Вообще. Капец. Блин, а если бы ты один еще их проверял? Вообще? Да, это вообще, это было бы очень долго. Я хотела сказать, что у меня страх, когда ко мне приходит какой-то курьер, они почему-то так стучат в двери ко мне, прям яростно. И мне каждый раз так страшно, даже что я ожидаю кого-то, что кто-то придет, и прям так стучат сильно. Я каждый раз пугаюсь. Каждый раз. Это какой-то ужас. Вот. Поэтому, да, страшно было. А я не знаю, я как-то случайно перепрыгнула. Бесит. Как-то, может быть, шифтиком? Нет? А что шифтиком-то падаешь? Чай, я приду к тебе. К сожалению, тут с головы нельзя прыгнуть, поэтому это не особо помогает. А, да? Сейчас, секундочку. А как я это сделала? Кто мне скажет? Я вообще случайно, я как-то заговорилась. Меня испугали эти люди, которые стучат мне в дверь. И поэтому я как-то... Блин, а как? Может, с этой стороны? А как у меня получилось? А, я там как-то прыгнула только что, смотри. Так как-то прыгнула. Блин, не получилось. Зачем я прохожусь второй раз? Все, Ульяна, иди дальше, я попытаюсь сама. А как у меня получилось, я не заметила. О, получилось. О, я поняла. Отлично. Все, я пойду дальше. Так, скамейка. Ой, ладно. О, тренажерный зал. Гантели меня тюкнули. Ну, как это понять? И наоборот, должен помогать. Гантели разве была? Ну да. А, по-моему, это была штанга. Да, штанга. Ну, я имела в виду штанга, сказала гантели. Ну, бывает. Или, может, просто ты очень сильная, и для тебя это гантели. Возможно. Возможно. Так что это за вот эти зубочистки? Ага. Да, гантельки. Мы, мне, ну, пожалуйста, что-то посерьезнее. Я накачалась просто с времен того, как мы перестали путешествовать. А, решила, так сказать. Да, да. Понятненько. В смысле, почему я сейчас не достала этот блок? А он, кажется, немножко вот тут. Где-то. Это не уф, это уф. Да. А как понять? Вот прыгать вот прям сюда, Ульяна. А, реально? Капец. Ну ладно. Тут кто-то не отвечает. О, вон он! Я даже не знаю, куда. Вон он! Спрыгать там. Я думала, у него лицо, у них у всех, да, лицо у всех. Вон он. Понятно. Они умудрились в такой маленький куб впихнуть обе по сложности. Да. Удивляет. Они, я тебе больше скажу, они еще и тавр сюда долбанули. Чего? Ты на каком уровне? Да так. Все ясно. Да блин! У меня тут фрискип есть, но я хочу его на что-то действительно нужное потратить. Да, так, о, в каком году была выпущена эта игра? Ой, я не хочу смотреть, я... О, нет, 16 сентября. Стойте! Какое было... Боже мой. Так, право... Право, не право, право-лево. Боже мой, стойте! Право-лево, право. Отлично. Так, дискотека какая-то тут, дискотека. А мне... О, реально, там просто этот кубик нарисованный меня убил? Что? О, вот и башня. 77-й уровень, если что. Ага, значит, Йоши теперь еще дальше.
Угу. Ну, я вас подожду, потому что я здесь прошел. В смысле, все? Нет, нет, нет. В смысле, тут приколдесик есть сложный. И надо вам помочь. Я там же, наверное, упал. Да. А зачем они делают, блин, вообще непонятно, куда идти, и там зеленое, все такое зеленое, и непонятно, что там есть пробел. Там нужно прыгать. Блин, а сколько там уровней? Я думала, тут немного, а тут много. Так легко. Ладно, давайте поговорим. Не может быть так просто. Хорошо. Надо перепрыгнуть. Смешно. Подловили. Интересно, интересно. О! Видно зеленое или нет? Ой, нет. О, ясно, давай помогу. Зелененькое. Смотри, вот сюда. Вперед. Короче, пока я буду объяснять. Ага. Стой. Прыжок сюда. Ага. Прыжок сюда. Ага. И диагональ влево. Отлично. О, ладно. Прикольно. Да. Капец, быстрая какая. Да, ничего себе. А что? Там пока вы показывали. А все... А, подождите, а что если нужно найти... А, вот что там нас убивает. Немножечко я, конечно, да, невнимательная. Да, ну, пожалуйста, прошу вас. Как вы зашли туда? Не поняла. Да. А. Надо сначала устроиться на работу, там вот до этого получить санитарную книжку. Ой. И вот несколько курсов пройти. Ага, вот. Понятно. А потом уже можно в кафетерии работать, да. Угу. Ой, мама. Не давите на скоростную стену. Хорошо, не будем. Мы будем помягче с ней разговаривать. Ха! Ну что же. Я, кстати, ненавижу эти уровни. Ой, рано, наверное, да? Вот мне сейчас идти или, наверное, нужно было подождать, пока она... Да, я умру. Нет, отлично. О, нет. Ну чё ж я, вот зачем? Плохо. Нет. Должна успеть. Отлично, успела. Мне не нравится просто, я не всегда понимаю, когда мне нужно идти, а когда мне нужно стоять. Нет, я должна успеть. Отлично. Меня больше бесит тот момент, когда нужно уже у нее за спиной начинать ходить. Вот да, да. Я это и хотела сказать. О, опять зеркальная вот эта вот ваша... Что? О, Ульяна, а что ты тут стоишь? Я пытаюсь пройти уровень. Это опять вот это вот искать, вот это вот... Ой, ясно. Ползи. А? И вот сюда. Ладно. Ой, а мы Ёше не помогли. Ёше. Блин. Вы чё? В общем... А чё делать-то? Тут нужно... Ой, я забыла куда. Сюда? Нет? Блин, я забыла куда идти. Сейчас, погоди, тут где-то должна быть лестница. Вот здесь, вот сюда лестница. А, верно, лестница, да. О. Еще, потом вот сюда идешь просто прямо. Вот. И вот да, сюда ползешь. О, спасибо вам. Пожалуйста. Mm-hmm. А тут я тоже уже прошла, я пойду дальше. Пока. Пока. Вот тут лабиринт, я сейчас найду выход и вам подскажу. Хорошо. Ульяна, ты умерла здесь или что? Нет. А, мне показалось, как будто сделала... Уф! Это я сделала уф на следующем уровне, я вам покажу. О, это сейчас. Пар? На крыше, на крыше. Ничего себе. Да, со мной. Пойдемте. Очень просто все. Прям сюда. 819-121. Математика. 40. А это нужно прям написать? А, написать. Наверное, да. Ой, сколько там было? В смысле, о, следующая реально снова считать надо? Вот и я не понимаю. Ва, на следующем примере умираешь. Бра. То уже не хочется считать, какой кошмар. Да вообще. Так, ладно, здесь все просто. А я будто бы помню подобный уровень, нет? Или нет? Ну, возможно, он был просто похож. А, вот опять зеркальная вот эта вот головоломка. Я не туда прыгнула, куда надо. Так, это вот сюда, правильно? И вот сюда. Нет, не сюда, в обратную сторону, ребят, вот сюда. Отвратительно. Подожди, сейчас к стене. Налево. А, все, к стене. Да что такое? Ура, господи, спасибо. Ну ладно. Чё ты там уже? Я сама справлюсь. Где ты умер? Где ты умер? Там где-то в углу, в углу. Да блин. А теперь вот сюда. Ага.
Блин. Да я же прыгнула. О, все, ребят, я останусь на этом уровне навсегда. Нет, Ульян. О, да. Да. Поэтому мы встретимся с вами в следующий раз и пройдем этот уровень. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.